Больше возможностей для спорта. В Ангарске появится новая современная площадка. На базе детско-юношеской спортшколы «Сибиряк» началась реконструкция стадиона и прилегающей территории. По проекту здесь разобьют новое футбольное поле, оборудуют баскетбольную площадку и легкоатлетические дорожки. Это даст колоссальный плюс того, что у нас футболисты наконец-то в Сибиряке, которые под руководством тренера Косачева занимают призовые места в области, смогут иметь свою материально-техническую базу хорошую, я думаю, пойдут результаты в гору. Это также для наших легкоатлетов, которые также базируются на базе Сибиряка, тоже хороший объект для того, чтобы они начали показывать нам новые результаты. Напомню, что есть еще у нас манеж легкоатлетический при Сибиряке также, который был закончен по капитальному ремонту в 2019 году. Ну а теперь у нас появятся еще беговые дорожки открытого типа. Закончить реконструкцию спортивного объекта планируют к сентябрю. Сейчас тренировочный процесс приостановлен из-за действующего в регионе режима ограничений.